Всем доброго времени суток, с вами Саутер 47 и это очередной мой видеоурок по флиппингу. В этот раз мы поговорим сразу о двух элементах. Это Hellbent и Hellish. Начнем с Hellbent. Выглядит он следующим образом. Hellbent это сложный элемент флиппинга, для изучения которого нам понадобится горизонтальный basic, full twirl, index roll. Перейдем к выполнению Hellbent. Держим нож прямым хватом за безопасную рукоять. Выполняем горизонтальный basic без последнего шага, при этом убирая с ножа все пальцы, кроме указательного и большого, и убирая большой палец, помещаем средний на внешнюю сторону безопасной рукояти ниже указательного. То есть, нож должен перейти в стартовое положение full twirl. Затем переводим нож в горизонтальное положение, наклонив кисть руки влево, и сразу же выполняем следующий шаг. А заключается он в следующем. Резко потянув указательный палец на себя, а средний от себя, выбрасываем опасную рукоять и клинок на средний палец. Одновременно с этим действием начинаем поднимать кисть руки вверх, тем самым переходя на обыкновенный индекс ролл с помощью инерции. Сразу же подгибаем средний палец, ловим опасную рукоять, завершаем индекс ролл. Вот и весь элемент. Теперь о хелише. Hellish представляет из себя комбо из White Trikeya и Hellbent. Соответственно, эти элементы и понадобятся нам для изучения Hellish. Перейдем к его выполнению. Держим нож обратным хватом за опасную рукоять. Выполняем Zen Rollover, при этом подгибая все пальцы, кроме указательного и большого. Вот так. Сохраняя направление движения, поворачиваем кисть влево, тем самым переводя нож в вот такое положение. Отсюда мы и выполним Hellbent, закрыв нож в обратном хвате за опасную рукоять. Вот и весь элемент. Кстати говоря, по моему опыту, учить Hellbent гораздо легче в составе Hellish, так как выполнение Zen Rollover перед Hellbent сообщает ножу инерцию, сохранив которую, вы сможете выполнить Hellbent гораздо проще. На этом все.